организаторы показали, что видеться с вами всего один раз в год это слишком мало, поэтому, дамы и господа, добро пожаловать на «Это весна 2017». Давайте снова насладимся потрясающими номерами, посмотрим любимые клипы и, конечно же, зажжем на танцполе обязательно. Мы хотим вам напомнить о том, что у нас на фестивале действуют хэштеги. Хэштеги этого года нам, наверное, покажут. «Это весна 2017» на русском языке и «Это весна 2017» на английском языке. Выставляйте свои фотографии и видео в соцсети обязательно с хэштегами, для того, чтобы мы все успели насладиться этим. Немного о формате. Фестиваля конкурсный блок каждый час. В перерывах вас ожидают любимые клипы. Также у нас работают два бара. За туманом не видно дети, но они тут есть. Там за туманом. И у вас есть возможность потанцевать, поэтому давайте не упускать этого шанса. Хотелось бы отметить, что в этот раз на фестиваль было подано, дамы и господа, внимание, 95 заявок со всей России. Правда, очень много. Но, к сожалению, прошли всего лишь 24 команды. То есть у нас на фестивале сегодня будут самые лучшие из лучших. Давайте заранее поаплодируем всем. Мы желаем им удачи, потому что она им пригодится. И, конечно же, нужно сказать, кто будет выбирать наших победителей. Победителей будете выбирать вы, зрители. Обязательно не забудьте об этом, помните об этом. А также наше компетентное жюри. Итак, встречаем! Диана Сеидова занимается танцами примерно с 4 лет. За плечами 12 лет балетной школы. Не останавливаясь на достигнутом, стала заниматься и прокачиваться уличными стилями танцев в школе танцев «Штаб». Участница и одна из основателей команды «Exist», неоднократных победителей российских кавер-дэнс-фестивалей, а также победители регионального кей-поп «Волк-фестиваля» 2016 года в Москве. Блок Би, координатор площадок фестиваля J-Fest с 6-летним стажем. Фанат танцев в любом их формате. Аплодисменты. Следующий член нашего жюри – это Ольга Ривкина, куратор косплея Большого фестиваля, который будет проходить 10 и 11 июня в Питере. Любит корейские танцы, держит кулачки за каждую команду, которая полностью отдается выступлению. Корея, организатор Busan Day и рекламной кампании SM Entertainment Audition в России. И Лера Брученкова, CEO и шеф-редактор портала «Корея окрыляет», создатель и креативный директор журнала Destination Asia. Работает не только с отечественными организаторами, но и с зарубежными компаниями. Сотрудничала со многими исполнителями, в числе которых 2FOK, Yellow Smoke Crew, а также хореограф SM Entertainment Михок Бэк. Я думаю, что им будет непросто, потому что заявок хороших очень много. Но я напоминаю, что вы также выбираете победителя. Поэтому держите свои голосовалки при себе и внимательно смотрите за выступлениями. Все получили голосовалки на входе? Да? Помашите мне голосовалками. Как мало их вижу. В общем, обратите внимание, что на бланке голосования есть отрывной уголок. Все посмотрели? На котором надо написать ваше имя и обязательно ваш телефон и кинуть его в коробочку для участия в лотерее, где будут разыгрываться вкусности от спонсоров и билеты на концерт группы P.E.P., который будет 9 мая в Москве. Все запомнили, что нужно сделать? Я так волнуюсь, наверное, больше, чем наши участники на самом деле. Так, самыми первыми на сегодняшнем фестивале, в нашем самом первом блоке, будет выступать команда из Москвы. Ваши аплодисменты, девочки. Nuggets и их кавер на группу Twice. Встречаем! Thank you.
Извините, пожалуйста, у нас произошла небольшая заминочка. Давайте поаплодируем еще раз девочкам наггетс, они выйдут к вам чуть-чуть попозже. У нас особенное внеконкурсное открытие. Итак, команда из Калининграда. Mysterious Rock! Твои любимые. На Питерском фестивале это вследствие огромного количества горячих из... Атмосфера накаляется, 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 накаляется. Теперь, наконец-то, переходим к конкурсной программе. Я уже объявлял тех, кто будет выступать. Давайте все вместе с нами крикнем «Наггетс!» Ваши аплодисменты! Наггетс!
очаровательные наггетсы, ваши аплодисменты! Ну что, как вам первый номер? Дальше лучше и даже больше. Битва на это 2017 проходит в двух номинациях: Cover Dance Boys и Cover Dance Girls. И вот сейчас выйдет на сцену команда, это арабские шейхи моего сердца, команда, которая называется Абдурахман 37. Сейчас будут снова девочки, номинация девочки, команда из Санкт-Петербурга и UDMC. Эйли, ваши аплодисменты!
Сегодня можно я сейчас немножечко отвлеку всех от конкурсной программы? Кто смотрел Music Bank? Так, больше ручек. Вы же знаете, когда команда выступает, они очень волнуются, поэтому поддержка зала для них очень важна. Я предлагаю сделать так. Каждый раз, когда команда поднимает руки, кричат «У-у-у-у!» Окей? Репетируем. Еще? Отлично! Ну что ж, давайте теперь двигаться дальше, проверка. Теперь для вас выступит команда из Санкт-Петербурга. Снова женская номинация. Встречаем Joy B, Blackpink! I'm gonna go get it.
Это были Joy B. Ну что, зал уже погромче, уже получше. Joy B, репетиция прошла успешно. Но мы предлагаем добавить, усложнить. Усложняем задачу. Значит, очень много женских исполнителей сегодня, поэтому когда девочки делают вот так, мы с вами тоже кричим, согласны? Репетируем. Еще раз. Замечательно. А если сделали... Найс. Yeah.
Давайте двигаться дальше. Следующая команда ехала сюда сутки на поезде. Как мы уже говорили, у нас расширилась география, поэтому давайте поддержим их по-особенному. На каждом куплете, на каждом припеве будем громко-громко кричать, хорошо? Короче, кричим от начала до конца. Напомнить вам о том, что у нас в зале работают также магазины.
Вы знаете, что можно на это получить не только море эмоций и впечатлений, но также и закупиться чем-нибудь приятным, прикольным и полезным, возможно, для себя. Сегодня у нас присутствует лавка кролика, которая привезла на фестиваль нереальное количество кей-поп-стафа и просто стильных вещей. Dorama.ru предоставляет качественный оригинальный стаф. Вы знакомы с ним, да? С вашими любимыми азиатскими знаменитостями. А также у нас присутствует интернет-магазин корейских книг BookDrop. Аплодисменты. Все это можно посмотреть и купить прямо здесь, на фестивале. Также мы напоминаем вам про то, что у нас на фестивале введены хэштеги «Это весна 2017» на русском и «Это весна 2017» на английском языке. Давайте выкладывать свои фотографии в Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер, на Фейсбук. Давайте заполоним просто все соцсети нашим фестивалем.